Народ, всем привет, сегодня 15 октября. Короче, пришел я во вчерашнее место, где у меня оставалась утка. Утки там хуй, короче, не нашел я ее. Ее, походу, ветром удуло куда-то в камыш, блядь. Принес матрас, короче, думал, заплывать буду. Вот такие вот дела. Сегодня уже видел косачей 10 штук. Стрельнул, блядь, опять не попал по ним. Блядь, что за хуйня? Ну, навскидку, блядь, через кусты. Потом по уткам стрелял, блядь, 3 раза. Ну, тоже, блядь, высоковато были, блядь. И сегодня у меня 5-ка, а не 4-ка. Ну, если честно, я, можно сказать, даже и не целился. Просто так, навскидку, бах-бах-бах. Проверить, как у меня стреляет автомат. Разобрался, короче, с автоматом. Не надо мне, короче, выдвигать патрон с трубы, с этой... Ну, с магазина, короче, кнопочкой этим флажком. Это, ну, который флажок на разрядку идет, который... Тогда у меня 2 раза стреляет, а третий патрон не вылазит, его надо будет флажком выбивать сюда. Просто вот оставляешь в стволе патрон и оставляешь в трубе в магазине. Вот так вот надо было. Ну и вот пришел опять же к этой бобриной хатке. Вот видите, какая она бывает, блядь, бобровая хатка, блядь. Вот. Она высокая, блядь. Уток я уже, наверное, штук около 40 видал. Летают, блядь, ну далеко нахуй. Маню не летят. Вот здесь вот где-то лебедь сидит там, короче, в камышах. Видите, какой камыш? Камыш растет, видите, это рогоз. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Чайку въебал, короче, уже. Сейчас уже время 2 часа, 3. Похуярю, не знаю, траекторию, наверное, я изменю. Пойду, наверное, не по своим следам попробую, а может быть вокруг. Короче, мне по идее надо вот туда идти и вот так. Пиздошить, это километров примерно 12. А я хочу не туда, а вот так хочу. Выйти к Иртышу, там вот в конце озера, может быть, 2 километра до Иртыша. И по линии берега хуярить, короче, вдоль Иртыша и выйти в рэп. Получится, не получится, не знаю. Ладно, все, ждем дальнейшего отчета. Может, кого подстрелю, а может и нет. Хуй его знает. Да я вчера нормально поохотился. Косуля, ребята. Сука, лицензии нет. Да у меня и пули нету, нахуй. И картечи нет. Азарт пиздец. А с дроби хули толку по ней стрелять? Толку нету. А без лицензии нельзя. Тут, блядь, попастись можно. Нахуй надо. Пеш ты. Как-то так она орёт. Сука, надо было экшн-камеру брать. Заснял бы. Она-то почетче снимает, чем телефон. Азарт, конечно, ебать мой хуй. Вот верите, нет?
Заебался было. Все осталось, нахуй, как рукой снял. Просто всплеск такой в мышце. Заряд энергии такой. Да, блядь. Нельзя стрелять, блядь. В принципе, я с четверки можно было. Но, сука, нельзя. Зачем, блядь? О, орёт. А, это ворон. Это ворон. Показалось. Есть кто-то дрова где-то. Дорога хорошая. О, блядь. Ладно. Выключаемся. Вон там, короче, запрыгал в лесу. Вон. Вон она идет. Вон вдалеке. Вон голова торчит. Вон она. Сейчас попробую повыше. Вам, может, видно будет. Блядь. На дерево залезу сейчас на пень. Может, и видно будет. Туда. Осиное гнездо лежит. Ладно. Сука. Короче, подписывайтесь на мой канал. Вы чё, блядь, как лохи? Смотрите и не подписываетесь. Мне надо 1000 человек собрать. Давайте быстрее. Сейчас будет более интересное видео. Сейчас у нас все по-другому. Ну что, ребятки, заканчиваем. 15 число октября. Подводим итоги. Сегодня никого не добыл. Это раз. Видел, наверное, штук 40, может, под 50 уток. 4 гуся видел, на озере сидели. Но они, сука, далеко были, не подкрасьтесь. Косачей видал 11 штук. Короче, по двум стрелял. Сначала как вот с утра заходил. Промазал, блядь. И потом еще, короче, вот по уткам еще стрелял. Блядь, далековато тоже были, я вам говорил. Вот как раз после этой хатки бобра я пошел. Короче, не пошел я в ту сторону, в которую говорил. Пошел, короче, вообще в другую сторону. Короче, ну как на выход, как обычно я выходил. Только маленечко я сменил траекторию, пошел по другой дороге параллельно. Сначала углубился, потом параллельно. Дорога через лес была. Только зашел туда, хуякс. Косач был Тетерев. Я по нему опять стрельнул, блядь, промазал. Через березы стрелял. Че за хуйня? Короче, я так понимаю, когда они от тебя улетают, надо на снижение как-то брать. Ну, потом от сколько-то прошел, видал косулю. Ну, без рог, по-моему, это коса. Коза. Без, ну, не козел. Туда-сюда, короче. Вот сейчас пришел. Думаю, что, может, перелетики будут. Но так нихуя не будет. Вот закат какой у нас. Сейчас облачко увидите, из него прямо сыпется. А утки крякают, ребятки. Вот видите, это вот внизу. Вот. Это сыпется с него снег. Я сюда как подходил, сыпался снег. Сейчас вот, короче, кашку разогрел гречневую. Горелочкой. Покушал. Допил последнюю кружечку чая из термоса. И все. Заебись, короче. Ладно, всем пока. Я думаю, на следующие выходные, через неделю, уток уже не будет, скорее всего. И охотиться будет не на кого. Ну, в смысле, из утиных. Только тетерева останутся. Ну, посмотрим, что время покажет. Всем пока.
Удачи. Подписывайтесь на канал.